Всем большой привет! Наконец-то у меня руки дошли, чтобы снять ролик «Ароматы декабря месяца». На самом деле ароматы я отобрала чуть раньше, там декабрь уже идет вовсю, но вот руки дошли, чтобы снять. Вы знаете, девочки, почему я тяну с ароматами сейчас? У меня каждый месяц бывает, я оправдываюсь, почему я тяну с ароматами, но всегда причины разные. Я заметила по ноябрю, что я стала меньше пользоваться парфюмами. Вернее, я ими пользуюсь каждый день, но количество парфюмов очень-очень сократилось. Если летом много легких ароматов, и которые можно менять, наслаивать друг на дружку, то зимой такой номер с ароматами не проходит, по крайней мере, с теми, которые для улицы. Если парфюм стойкий, и шарфик ты уже им нанес на шарфик, то получается, этот шарфик нужно обновлять именно этим ароматом, и ни в коем случае не надо добавлять другого, иначе будет просто каша. Дорогие или вот такие вот более парфюмированные, более объемные такие ароматы, они не наслаиваются. Поэтому, если у меня там 3-4 шарфика на зиму, то вот 3-4 аромата, по сути, я и ношу на них, на каждом шарфики, платочки, свой аромат. И такие стойкие ароматы, нас, я не знаю, их нужно обновлять, ну, раз в 3, в 4, в 5 дней. Очень долго на одежде держится. Ну и домашний аромат. Я давайте вам покажу, в общем, не буду больше томить, вы поняли, о чем я говорю. Покажу то, что я отобрала, но не факт, что я буду пользоваться всем. Если честно, вот этот аромат Eternity, я не знаю, как правильно он читается, Summer, это Calvin Klein, я его хочу в добивалке. Вот. Его осталось немножко, это самый старенький аромат в моей коллекции. У него приятный аромат, такой цветочно-морской, возможно, я неправильно описываю, это то, что я слышу. Возможно, у него ноты по-другому написаны, не цветочно, например, морское, там цветочно-древесные они, может быть, пишут. Но для меня это цветочно-морской такой аромат. Я и цветы слышу, и свежесть слышу, и даже небольшую сладость какую-то в нем слышу. И поэтому такой аромат для более теплых дней. То есть на мороз нет, а вот когда зима в 0 градусов, вполне такой носибельный. И он для меня является таким, наверное, на любое время года. Также я взяла в этом месяце Кензо, вот такое название, флоралиста, вот так вот оно звучит. Здесь я слышу аромат сладости цветов, наверное, пион или роза, что-то такое приятное, но чуть-чуть тяжелое. Для меня это зимний аромат. Вот люблю, чтобы шарфик им зимой благоухал, и я наслаждалась. Ярко сильно описывать не буду, так, по-быстрому. Mesmerize Black – это моя любовь. Он очень часто у меня мелькает в ароматах. Я не знаю, тут черный флакон, я не знаю, сколько тут осталось, но я им пользуюсь активно. Я люблю, чтобы я его слышала. Например, для дома он сладкий такой, ну, такой стойкий достаточно, потому что такая сладость, которая держится хорошо на одежде. Дома я его тоже ношу, но уже там один пшик, например, и в течение одного дня я его не обновляю. На улицу я его с удовольствием обновляю, может быть, раз в два дня. Из приятных и полюбившихся ароматов это Attraction Rush. Я его очень полюбила, оставила с прошлого даже месяца. Этот аромат я могу и дома поносить, и в то же время с ним выйти на улицу. Тоже из таких сладких и приятных ароматов Faraway Infinity это Avon. Я, если не называю, все три последних аромата, включая Faraway, это все Avon. Это тоже приятный такой сладкий аромат. Тоже он фруктово-цветочный, но тут входит ваниль или вот что-то подобное. Такая сладость приятная. Покажу аромат
Ван де Авантюр, кажется, так он назывался. Это такая половинка флакона, причем прогнутая. Не знаю, вам видно или нет, что он еще не ровно такая половинка, а немножко какой-то выгнутый, как будто ветром дунуло и вот его скосило немножко. Есть мужской аромат, он в голубое уже оформлении и выше флакон. Это женский, тут 30 мл. К сожалению, Faberlic вывел этот аромат. У него есть как любители, так и просто вот люди, которым он, ну, и которые его терпеть не могут за его сладость. Сюда входит арбуз, и вот эта вот приторность арбузная не всем нравится. Но для меня это вот зима, мороз и вот этот вендавантюр, как-то так он звучит. Из благородных ароматов, сейчас вы поймете, что я имею в виду, я выбрала два. Это Элиш, это Мэри Кей, и Кристиан Лакруа Амбре Эйвен. Эти два аромата для меня какие-то на выход ароматы. У меня нет люксовых парфюмов, ну, по крайней мере, в большом количестве. У меня 1-2 их, и все. Если не считать мини-версии пробников, то вот это для меня очень достойные ароматы для выхода в люди. Их не стыдно на себя надеть, и с удовольствием я в них хорошо себя чувствую, когда я с кем-то встречаюсь. Может быть, надо пойти на какое-то мероприятие. То есть вот эти ароматы меня радуют. Сильно не описываю, потому что цель все-таки я не заказ показываю, а то, чем я планирую пользоваться. Очень люблю от Oriflame вот эту Лючия. Как-то она называется «Ночная звезда» или как-то вот очень красиво. Там действительно, вот видите, на задней стенке звезда. Он у меня не сильно уходит, но этот аромат у меня какой-то... Вот он действительно вечерний и домашний. Он какой-то, я не знаю, какой-то аромат, наверное, который для встреч с противоположным полом. Поэтому такой вечер и очень-очень романтичный вечер. Полюбившийся, прямо очень-очень полюбившийся мне аромат тоже от Oriflame. Это парфюм, вот так он называется. У него и коробочка есть, и лосьон для тела, и, кажется, гель для душа. У меня полностью эта линейка есть, она мне подарена была. Ну, у меня вообще очень многих... Многие парфюмы из того, что я вам показываю, это подарки. Настолько красиво звучит, настолько он мне сильно нравится. И вы знаете, бывают моменты, когда я только его могу носить, а бывают моменты, когда я его долго не трогаю. То есть вот, как вы знаете, какими-то приступами у меня к нему проявляется любовь. В зиму я его беру... Вот сейчас впервые, а весной и летом мне он нравится намного больше. Я думаю, что я его дома поношу, мне очень хочется его именно вот дома ощущать. И еще три аромата покажу, которые я выбрала в принципе для дома. Это мною забытый Love Pulse, это от Avon, вот такое сердечко, видите, тут сколько-то я использовала, а потом забросила. Тут роза. Тут такая сладость розы, которая не всем тоже нравится, но есть люди, которые просто обожают именно вот это сердечко и жалеют, что Avon его перестал выпускать. Ну, дизайн на высоте, настолько красивый. Но, по-моему, они его переиздали, если я не путаю. Может быть, путаю с другим парфюмом, но какой-то у них там переизданный есть, только уже в другой бутылочке. Могу ошибаться. Очень красиво, даже на полке вот особенно со свечами сейчас, это просто наслаждение на него любоваться. Также оставляю, по-моему, в прошлом месяце он у меня был, ну, по крайней мере, весь этот месяц я им пользовалась. Наверное, он у меня был и в прошлом месяце. «Думаю о тебе», кажется, так или вот как-то подобно он звучит. Это Мэри Кей. Я вообще заметила, что у Мэри Кей ароматы всех быстрее... меняют свою как-то формулу. Ну, можно назвать это как бы портится называют. Но у меня, по крайней мере, был такой случай, и он меня напугал. Поэтому ароматы Мэри Кей мне хочется использовать гораздо чаще, чтобы такого больше не произошло. То есть у меня было, что аромат потерял
в общем, звучать стало очень неприятно, и при этом срок годности был хороший, то есть он был еще новый. Может быть, просто попал воздух, он у меня стал чуть-чуть подтекать, тот аромат. И вот он меня так напугал, что теперь от Мэри Кей мне быстрее хочется использовать, чтобы они не испортились. Приятный этот такой, и для дома подходит, и на улице он такой легкий, воздушный, ну, цветочный. И еще один такую малышку, я ее хочу доиспользовать в этом месяце, тоже он у меня для дома. Вот эти вот духи, или, я не знаю, туалетные водички, такие мини-версии по 10 мл, они в коробочке шли по 3 штучки, мне их подарили, но не так давно я в «Улыбке радуги» увидела вот этот набор и ему подобный, только с другим уже подбором духов, ну или туалетных водичек. Очень приятные. И в подарок приятно. Вот я, например, пользуюсь. Мне было очень приятно, когда мне прислали, Оленька прислала этот набор. Одни у меня уже закончились. Вот я добиваю уже. Ну, как добиваю, с удовольствием пользуюсь вторыми. Это домашние такие легкие духи, которыми можно обновлять. Опять я духи. Туалетная водичка. Которые можно постоянно обновлять. И они будут вас радовать в течение дня. Вот такая вот малышка красивая. Вот такой вот у меня арсенал на декабрь составлен. Часть, я сейчас несколько, 4, кажется, тут флакона, которые будут у меня стоять в коридоре, которые идут именно на шарфике. Каждый будет шарфик со своим ароматом. Не знаю, девочки, делайте кто-нибудь так. И остальные будут у меня по 2 полочкам. Одна полочка, где мама пользуется, и вторая полочка моя. И поэтому, в принципе, вроде много, а сейчас по квартире раскидаю, и будут в 3 местах по 3-4 флакончика стоять. Кстати, меня спрашивали девочки, что когда я буду делать новый маникюр, новый дизайн, показывать. Вот такой вот в этот раз я сделала. Ну, как я. Это сделала моя мастер, моя сестра родная. Она мастер и делает мне тоже. Вот, такая у нее есть одна из клиенток. Очень красиво, мне очень нравится. Я вообще люблю, многие знают снежок, но мой мастер категорически против моего снежка. Говорит, как ты надоела со своим снежком? 8 лет пристаешь ко мне с одним снежком. Вот, ну вот, в общем, она меня уговорила на вот такой вот. Нет, вот такой я выбрала сама, она меня уговорила не делать снежок. Но хотя я думаю, что я скоро, зима же, да? Все равно я скоро до снежка, до своего любимого дойду. Вот, спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. Всем до новых встреч и всем пока.